Выстраивая мосты между Римом и Йошкар-Олой, Республику Мариэл с рабочим визитом посетил посол Италии в России Антонио Дзандари Ланди. В ходе визита состоялась встреча посла с главой Мариэл Леонидом Маркеловым, на которой обсуждались перспективы экономического и культурного взаимодействия между Италией и нашей республикой. Мы предоставили бизнес-паспорт нашей республики, рассказали, какие проекты мы хотели бы реализовывать на территории республики за счет иностранных инвестиций. И, возможно, у нас состоится какая-то серьезная презентация итальянских бизнесменов и бизнесменов из республики Мариэл. Будем рады принимать инвестиции и в то же время предоставить свою республику для того, чтобы нам кто-то из итальянских инвесторов или совместные проекты были по реализации каких-то проектов в республике Мариэл, в результате которых появятся новые налоги, высокие технологические производства и новые рабочие места. Но уже сейчас совместно с итальянским предпринимателем мы реализуем ряд проектов. В частности, это строительство пилетного завода, который в ближайшие дни уже откроется и который будет платить налоги в нашу республику. Значительная часть визита гостей из Италии была посвящена знакомству с достопримечательностями столицы Мариэл. Не секрет, что во многих йошкар-олинских новостройках прослеживаются мотивы итальянской архитектуры. Впечатление великолепное. Йошкар-Ола выглядит как часть Европы. После 3 часов поездки среди лесов вы внезапно оказываетесь где-то в Венеции или в Брюгге. Это удивительно. Но еще более удивительны те спортивные сооружения, которые я увидел здесь. Мы осмотрели фантастический бассейн, ледовую арену. И это говорит о том внимании, которое уделяется воспитанию молодежи. И это очень важно в современном мире.